Сегодня я хотел бы представить вам одну тему, о которой вы, возможно, подумаете, что это не совсем хорошая тема. Не знаю, что вы скажете по этому поводу, я хочу сегодня поговорить с вами о бывших адвентистах седьмого дня. Бывший адвентист седьмого дня – это тот человек, который однажды был адвентистом седьмого дня, но потом оставил это движение. И в мире есть много таких людей, я часто получаю от них письма. Я переписываюсь с этими людьми, я получаю от них письма по электронной почте. Они присылают мне журналы и книги. И одна из причин, почему я сегодня хочу с вами поговорить о бывших адвентистах, та, что по мере того, как мы с вами приближаемся к концу этого мира... Кстати, считаете ли вы, что мы с вами сейчас очень близко находимся к концу этого мира? И по мере того, как мы приближаемся к концу этого мира, мы с вами станем свидетелями появления целой лавины бывших адвентистов седьмого дня. Появится огромное количество таких людей по всему миру. Даже сейчас таких людей уже очень много, но по мере приближения к концу эта группа значительно увеличится. Во всем мире будет большое количество таких людей, которые однажды были адвентистами седьмого дня, но затем оставили это учение. И, кстати, все эти люди впоследствии объединятся с оппозицией. Они станут обвинителями детей Божьих в судах. И поскольку я продолжаю получать большое количество публикаций от таких бывших адвентистов, то я задал себе один вопрос. Какая основная проблема объединяет всех их и какова причина, которую они выдвигают как главную, почему они больше не являются адвентистами седьмого дня? Когда в 1920-х годах моя бабушка стала адвентисткой седьмого дня, я хочу вам сказать, что в то время вся наша семья очень высоко ценила адвентистскую весть. Я помню, сколько раз мой отец повторял и говорил об этой драгоценной истине, которую мы имеем. Является ли эта истина драгоценной для вас, друзья? Для меня эта истина по-настоящему драгоценна. Насколько драгоценна для вас эта истина? Цените ли вы эту истину больше, чем вы цените вашу жизнь? Надеюсь, что это так. В будущем, если вы не будете ценить эту истину больше, чем вы цените вашу жизнь, то вы оставите эту истину. Итак, какова основная причина, которую представляют бывшие адвентисты, и как они объясняют, почему они больше не хотят быть адвентистами седьмого дня? По мере того, как я читал письма, которые присылали мне все эти люди, вас, наверное, это удивит, но у всех у них не так уж много различий в их причинах, почему они оставили адвентистскую весть. Есть примерно что-то около 6 основных общих для всех них причин, почему они больше не адвентисты. Есть еще несколько различных причин, но примерно существует что-то около 6 таких причин, которые у всех них являются общими. И прежде чем мы начнем разбирать эту тему, давайте помолимся. Отец Небесный, мы в смирении пришли к Тебе, сознавая, что без Духа Твоего мы не сможем понять истину. Господь, мы сейчас не собираемся определять, кто прав, а кто нет. Мы просто хотим узнать о том, что говорит Твое Слово по всем этим вопросам, для того, чтобы следовать Твоему Слову и поступать согласно тому, что оно нам говорит. Мы хотим, чтобы Ты был нашим Богом и Спасителем. Мы хотим исполнять Твою волю. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Как я уже сказал, существует примерно 6 основных причин, и в течение следующих 5 минут я перечислю эти причины. Итак, причина первая. Вы, наверное, слышали одну популярную песню, которая называется «Кто-то сделал что-то не так». Вы слышали такую песню? И существует одна общая причина или одна общая жалоба, которую обычно приводят те, которые оставили адвентизм. Это то, что кто-то в адвентистской церкви отнесся к ним не по-христиански. Разумеется, христианский мир в наши дни уже утерял понимание того, что означает относиться к другим людям по-христиански, не так ли?
Мы с вами сейчас не будем подробно освещать этот пункт, потому как нам более будет интересно узнать, как нам можно доказать другим людям, что то, во что мы верим и то, что мы делаем, это правильно. Мы с вами следуем 10 заповедям и стремимся жить христианской жизнью. И мы должны уметь объяснить тем людям, с которыми нам приходится общаться, что мы стремимся жить согласно Божьей истине. И мы стремимся соблюдать Божьи заповеди. И мы не пытаемся кого-то завести в заблуждение. И на втором месте стоят теологические причины, которые обычно представляют бывшие адвентисты, объясняя, почему они больше не хотят быть адвентистами седьмого дня. Эти теологические причины могут быть объединены в 5 основных причин. Я не буду сейчас перечислять все эти причины, достаточно знать, что существует 5 таких основных теологических причин. Можно написать целую книгу только об одной или двух причинах из этих 5. Первая причина состоит в том, что люди заявляют о том, что они обнаружили новый путь в вопросах спасения. И они начинают утверждать, что мы, адвентисты, являемся законниками, и они не могут понять, как человек может быть спасен. И вторая причина состоит в том, что они не согласны с тем значением субботы, которую мы соблюдаем. И третья причина связана с духовными дарами, особенно с трудами духа пророчества, с тем, что было написано однажды Эллен Уайт. На четвертом месте стоит причина о следственном суде. На 5-м месте стоит вопрос об остатке. Адвентисты верят в то, что адвентистское движение сформирует остаток последнего времени. Разумеется, этот остаток будет существовать до конца этого мира. И согласно тому, что написано в Откровении 12:17, это люди, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Но давайте более подробно и детально разберем с вами первый пункт. Как происходит спасение человека? Среди бывших адвентистов седьмого дня очень распространена точка зрения. Они говорят, вы, адвентисты, считаете, что будете спасены через соблюдение субботнего дня. Это самое распространенное обвинение, с которым я встречаюсь снова и снова. Давайте в течение нескольких минут рассмотрим с вами несколько текстов Библии. Мы сегодня с вами рассмотрим много текстов из Библии. Я надеюсь, что вы взяли сегодня с собой свои Библии. Итак, как же происходит спасение человека? И первое место находится в послании к Ефесянам во 2 главе, стихи с 8 по 10. И вот что здесь говорится. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это очень интересный отрывок из Священного Писания. Я знаю, что зачастую проповедники почему-то оставляют без внимания 10 стих. А в 10 стихе сказано, несмотря на то, что мы спасаемся благодатью, а не делами, но это не говорит о том, что дела не имеют никакого отношения к нашему спасению. Вы обратили внимание, о чем сказано в 10 стихе? Итак, как же мы спасаемся? Мы спасаемся благодатью. Мы не спасаемся делами. И давайте рассмотрим, что такое благодать. Что такое благодать, которой мы спасаемся? Благодать – это сила Божья через заслуги Иисуса Христа, которая освобождает грешника от его вины и приносящая ему, этому грешнику, спасение. Давайте рассмотрим несколько текстов, которые говорят об этом. Сейчас давайте прочтем из первой главы послания к Ефесянам, стих 7. К Ефесянам 1 глава, стих 7, здесь сказано следующее. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Итак, как же происходит прощение грехов? Искупление кровью Его, прощение грехов по богатству чего? Благодати Его. Благодать приносит нам освобождение от нашей вины, освобождение от вины за наши грехи. А сейчас я хочу задать следующий вопрос. Что вызывает у нас чувство вины? Давайте прочтем то, что говорит Библия по этому поводу.
Откроем книгу Левит. Мы можем прочитать по этому вопросу множество стихов, но мы прочтем только один текст. Здесь написано: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». Вы понимаете на основании этого стиха, как человек становится виновным? Человек становится виновным, если он сделает что-либо, нарушив закон Божий. Это грех, и в этом стихе говорится о том, что это грех. И грех – это действие, противоположное тому, что говорит закон Божий. И если вы делаете что-то, то, что противоречит закону Божьему, и в результате этого вы становитесь каким? Вы становитесь виновным. И теперь на основании того, что мы только что с вами прочли, мы теперь знаем, что является грехом. И то же самое определение греха можно найти в первом послании Иоанна, в 3 главе, стих 4. Грех есть беззаконие. И мы уже прочли с вами о том, что через благодать Божью мы получаем прощение от наших грехов. Итак, благодать освобождает грешника от его вины, которую он получает, когда он нарушает закон Божий. А сейчас мы подошли к одному очень важному и тяжело понимаемому многими вопросу. Через благодать Божью мы получаем прощение за наши грехи. Мы получаем прощение за нарушение закона Божьего. Это действие благодати. А сейчас вопрос к вам. Можем ли мы после этого идти и продолжать грешить, получая все больше и больше благодати? Это не я задаю этот вопрос, это Библия задает этот вопрос. Этот вопрос люди почему-то постоянно хотят забыть. Люди почему-то так понимают, что если они получают благодать, то им после этого уже не нужно соблюдать закон Божий. Они говорят: если вы продолжаете жить во грехе, то можете не волноваться по этому поводу. Вы уже были прощены. Но, друзья, такого учения вы не найдете в Новом Завете. Павел использует в этом месте очень жесткие выражения. Обсуждению этого вопроса он посвящает почти целую главу, для того, чтобы никто никогда не был обманут по этому поводу. Но, несмотря на это, более половины христианского мира все-таки заблудились в этом пункте истины. Сейчас мы с вами прочтем то, что пишет Павел, и обратите внимание, как прямо и жестко он высказывается в этом месте своего послания. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда некоторые проповедники читают этот текст, то они полностью оставляют без внимания контекст, который говорит прямо противоположное тому, чему они учат. Откройте 6 главу послания к римлянам. Вы, наверное, слышали, как люди обычно говорят: «Я не под законом, я под благодатью». О чем они этим хотят сказать? Они имеют в виду, что больше не нужно исполнять закон, но это полностью противоречит тому, что говорит Библия. Давайте прочтем это. Мы прочтем сейчас длинный отрывок, потому как нам необходимо увидеть весь контекст. Я также объясню вам определение некоторых слов. Дам вам также и определение всех этих слов. Что является определением греха? Грех – это нарушение закона. А что означает слово «грех» согласно этого текста? Вы прочтете слово «грех» в вашей Библии, и я дам вам определение того, что является грехом. Грех – это нарушение закона. Хорошо, а теперь давайте прочтем этот текст, послание к римлянам, 6 глава, и каждый раз, когда будет встречаться в этом тексте слово «грех», я буду читать определение греха о том, что грех – это нарушение закона. Итак, Павел пишет: «Что же скажем? Будем продолжать нарушать закон? Чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для нарушения закона. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело, нарушающее закон».
дабы нам не быть уже рабами нарушению закона. Ибо умерший освободился от нарушения закона. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для нарушения закона, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для нарушения закона, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует нарушение закона в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членов ваших нарушению закона и в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Нарушение закона не должно над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли нарушать закон, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Вы можете прочитать до конца эту главу. Павел всю эту главу посвятил обсуждению именно этого вопроса. Павел показывает, что в тот момент, когда вы стали христианами, вы больше не живете во грехе, и вы больше не являетесь нарушителями закона. Вы были крещены, и поэтому теперь вы ходите в обновленной жизни, и вы больше не живете как прежде. Прошлое уже ушло, оно умерло. Если ветхий ваш человек умер, то вы больше не являетесь рабами греха. Христос освободил вас. Вы видите, о чем Павел здесь говорит? Это полностью противоположное тому, что говорят сейчас люди. Они говорят: «Я не под законом, я под благодатью». Они пытаются сказать нечто полностью противоположное тому, что сказал апостол Павел. А что имел в виду апостол Павел, когда сказал, что мы не под законом, а под благодатью? Павел имеет в виду, что теперь спасенный человек исполняет закон Божий. Павел имеет в виду, что живя под законом, человек имеет греховную природу и греховные привычки, которые привели его в рабство. Но теперь, когда он отдал самого себя Христу, он умер для греха и больше не является рабом греха. И дьявол больше уже не может удерживать его в рабстве. И ваша греховная природа больше не может удерживать вас в рабстве. Вы свободны от рабства греха. Знаете, я размышлял сегодня над тем, что Бог говорит в 10 заповедях. Он говорит: «Я вывел тебя из дома рабства». Итак, мы спасаемся благодатью. Но есть люди, которые не понимают, что означает быть спасенным благодатью, потому как благодать не только лишь прощает нам наши грехи, но также делает возможным для нас жить новой жизнью. Это свобода от рабства греха. Иисус однажды сказал слушающим Его: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». А они ответили Ему: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому и никогда». Они лгали, и Иисус взглянул на них и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, освободит от чего? Освободит от рабства греха, то истинно свободны будете.
Итак, как же спасается человек? Человек спасается только благодатью, потому как без благодати Божьей у вас нет другой силы жить новой жизнью. И благодать Божья может освободить вас от вины не только за то, что вы сделали в прошлом, но и от власти греха в настоящем. И когда апостол Павел писал Коринфянам, вы можете прочитать второе послание Коринфянам, 6 главу, 1 стих, Павел сказал: «Умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Возможно ли получить благодать Божью напрасно? Да, такое возможно. И апостол Павел предупреждал их, чтобы с ними такое не произошло. В 4 стихе послания Иуды апостол Иуда пишет о людях, которые вкрались, и они обращают благодать Божью в повод к распутству. Причина, почему эти идеи так сильно распространены в наше время, состоит в том, что люди учат тому, что если вы христиане, то вы получили благодать Божью, и не важно, что вы делаете, вы все равно спасены. Но Новый Завет такому никогда не учил. Откройте послание к евреям, 10 главу, стихи с 26 по 29. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Несколько месяцев тому назад вы слышали в новостях о тех ужасных вещах, которые произошли. Люди были шокированы тем, что произошло. Такого еще никогда не было, чтобы человек, который работал на должности охранника в компании Walmart, и он стоял у дверей в магазине, и там происходила распродажа. И когда они открыли двери магазина, то люди вломились в этот магазин, так что сбили с ног этого охранника и растоптали его, и он умер. Люди торопились, чтобы получить скидку. Вы помните этот случай? Это было ужасно. Это ужасно, но является ли еще более ужасным попирать Сына Божьего? Я не пытаюсь смягчить то, что там произошло, когда затоптали до смерти этого человека в магазине. Это было ужасно, но попирать Сына Божьего намного более ужасное преступление. Вы согласны? И в послании к евреям говорится о людях, которые попирают. Им было открыто, что Иисус является Сыном Божьим, но они сказали: «Это не важно», и убили его. О чем это говорит нам? Вы обратили внимание, как в этих стихах сказано: «Они оскорбили и надругались над ним». В Библии сказано, что они духа благодати оскорбляют. Греческое слово, которое здесь используется, означает «оскорблять» или «надругаться». Как люди могут оскорбить Святой Дух? Позвольте я вам объясню, как люди могут оскорбить Святой Дух. У нас не хватит времени, если я приведу вам все доказательства из Библии. И сейчас я вам объясню на простом примере. Вам нужно очень внимательно исследовать послание к римлянам, 8 главу, стихи с 1 по 14. Одна из основных причин, которые Павел представляет здесь, в 8 главе послания к римлянам, почему был дан Дух Святой для того, чтобы дать людям силу, чтобы они могли жить безгрешной жизнью и жить в гармонии с Божьим законом. Это главная причина, почему был дан Святой Дух. И в этой 8 главе об этом говорится снова и снова. Итак, когда вы становитесь христианами, вы принимаете крещение, и вы подчиняете свою жизнь Христу, и принимаете решение следовать за Христом, и вы принимаете Святой Дух. И какова причина, почему Бог дает вам Дух Святой? Я не говорю, что это единственная причина, есть еще другие, для того, чтобы вы имели силу жить новой жизнью. Для того, чтобы вы имели силу жить в гармонии с законом Божьим. В этом состоит главная причина, почему вы принимаете Святой Дух. Но сейчас, когда я получил Дух Святой, я обладаю силой жить в гармонии с законом Божьим, потому как у меня есть Дух Святой. Но что будет, если я все равно продолжаю жить
как мне это нравится. Я уже получил силу для того, чтобы я мог соблюдать закон Божий. Но я избираю идти таким путем, чтобы нарушать Божий закон, потому что мне так хочется. Потому как я желаю чем-то наслаждаться. Наслаждаться тем, что Библия называет временными греховными наслаждениями. Встречали ли вы таких христиан? Если вы являетесь христианами, если вы не хотите отказываться от временных греховных наслаждений, знаете, что вы этим самым делаете? Вы оскорбляете и унижаете Дух Святой, потому что Святой Дух был дан вам для того, чтобы вы могли жить жизнью, которую жил Христос. Вам уже была дана сила жить такой жизнью, но вы не хотите жить такой жизнью. Вы в таком случае наносите оскорбление Святому Духу. В этом стихе не говорится о неверующих людях. У неверующих людей нет Святого Духа. Они находятся в рабстве греха. Здесь не говорится об этой категории людей. Они погибнут, но по другой причине. Они не говорили, что являются верующими людьми. Они не говорили, что они христиане. Они не говорили, что имеют Дух Святой. Они жили мирской жизнью и были в мире. Они погибнут, но по совершенно другой причине. Здесь достаточно ясно говорится о человеке, который оскорбляет Дух Святой. Если человек получил познание истины и принимает решение следовать за Христом и получает Святой Дух, и приняв Святой Дух, он продолжает жить во грехе, то этим самым он оскорбляет Дух Святой. Друзья, это очень и очень серьезно. Это очень серьезно. Называться христианом и продолжать жить во грехе – это очень серьезно. Прочтите дома 10 главу послания к евреям, стихи с 26 по 29. Еще один текст мы с вами прочтем. Давайте откроем послание к Титу. Вторая глава послания к Титу. Это один из моих самых любимых стихов по этой теме, потому как люди зачастую говорят, либо вы спасаетесь делами, либо благодатью. Мы спасаемся благодатью, но не думайте, что дела не имеют никакого отношения к вопросу спасения. Посмотрите, как Павел здесь объясняет этот вопрос. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Так что приносит спасение? Благодать. Благодать Божья приносит спасение. И что происходит, когда мы принимаем благодать Божью? Здесь написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот о чем здесь сказано. Как мы спасаемся? Мы спасаемся благодатью. Но если вы приняли эту благодать, то что тогда должно произойти в вашей жизни? И вот что должно произойти. Вы должны отвергнуть нечестие и мирские похоти целомудренно или трезво, то есть не должны употреблять алкогольные напитки праведно, то есть жить в гармонии с 10 заповедями, потому как 10 заповедей – это определение праведности. И благочестиво, и дальше здесь говорится, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Я задам вам один вопрос. Были ли вы искуплены от всякого беззакония? Друзья, если вы приняли благодать Божью, то вы были искуплены от всякого беззакония, от каждого. Но вы можете сказать, я соблюдаю 9 из 10 заповедей. Нет, друзья, вы были искуплены от всякого беззакония. И не только это. Здесь также написано, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть, иначе говоря, это увлеченные люди, которые от всего сердца выполняют всякое доброе дело.
Если вы на самом деле получили благодать Божью, то вы стали ревностными ко всякому доброму делу. Если вы не совершаете такие добрые дела, то вы должны спросить самих себя, не получили ли вы благодать Божью напрасно. Я надеюсь, что вы уже поняли, что благодать Божья не дается людям для того, чтобы они могли продолжать жить в беззаконии, как раз все наоборот. И тот человек, который получил благодать от Бога, будет жить в полной гармонии с Божьим законом. А сейчас давайте перейдем ко второй причине, которую обычно приводят бывшие адвентисты седьмого дня, объясняя, почему они больше не хотят быть адвентистами. Эта причина состоит в предназначении субботы. Итак, многие бывшие адвентисты седьмого дня говорят: «Это хорошо, если вы соблюдаете субботу, и я согласен с этой частью утверждения», но затем они говорят: «Но на самом деле соблюдение субботы не имеет никакого значения». Итак, вопрос состоит в следующем. Является ли соблюдение субботы необходимой частью христианской жизни, или же это необязательный к исполнению пункт? Итак, чем является соблюдение субботы? Необходимостью или же каким-то необязательным вопросом? Заповедь о субботе находится в самом центре, в самом сердце десяти заповедей. И потому ваше отношение к заповеди о субботе будет показывать и ваше отношение ко всему закону. Это логично? Позвольте я приведу вам некоторые факты из истории, потому как если вы не изучали историю, то вам, возможно, неизвестна эта информация. Известно ли вам, что все без исключения протестантские реформаторы 16, 17 и 18 веков, все без исключения? В моей библиотеке есть полное собрание проповедей Мартина Лютера. Известно ли вам, что у Мартина Лютера есть проповеди о каждой из десяти заповедей? Есть проповедь о пятой заповеди, шестой заповеди и так далее. И то же самое есть у Джона Уэсли. Все протестантские реформаторы без исключения проповедовали о том, что необходимо соблюдать все 10 заповедей. Некоторые современные протестанты сегодня об этом не знают. Но все реформаторы говорили об этом. Реформаторы говорили о том, что если вы не соблюдаете все 10 заповедей, то вы не можете быть христианином. Но в середине 19 века произошли изменения по этому вопросу. И знаете, почему произошли изменения? Потому как... Известно ли вам, что то, что где вы находитесь в вашей религиозной жизни, это не самое важное? Но самое важное то, в каком направлении вы идете, то, куда вы направляетесь. Это намного более важнее, чем то, где вы сейчас находитесь. Я это сказал не с той целью, чтобы критиковать кого-то из присутствующих. Я хочу сказать вам это для того, чтобы этот вопрос стал предельно понятен для вас. Я просто хочу, чтобы... Вы поняли сам принцип. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы можете обладать небольшим запасом духовных знаний и все же быть на пути в Царство Небесное. И наоборот, вы можете обладать большими знаниями в духовной сфере и все же быть на пути, ведущем в погибель. Вы видите, не так важно, каким количеством истины вы обладаете, более важно, как вы поступаете с тем, что вы уже знаете и в каком направлении вы идете. И в середине 19 века Бог шаг за шагом вел людей. Он вел не только отдельные личности, но целые группы людей, целые церкви, целые народы. Он вел их шаг за шагом. И верю в то, что основание и развитие Соединенных Штатов не происходило волей какого-то случая, но Божья рука направляла и управляла всеми этими событиями. Бог так руководил действиями основателей Соединенных Штатов Америки, чтобы здесь была основана страна, в которой была бы религиозная и гражданская свобода. И Бог вел различные церкви не только здесь, в Америке. Бог вел церкви к определенной точке. И большинство из этих церквей сказали: «Нет, мы не собираемся идти так далеко».
Так было, когда проповедовалась первая ангельская весть и проповедовалось о том, что наступил час суда Божьего. Если вы прочтете первую ангельскую весть, то ангел прямо здесь цитирует из четвертой заповеди. И люди начали исследовать эти вопросы, и они сказали, если это так и есть, то в таком случае мы до сих пор соблюдали не тот день. Но большинство сказали, мы не собираемся отказываться от того, что мы делали до сих пор, потому как наши отцы и их отцы соблюдали воскресный день, и они были искренними христианами. И потому многие люди не захотели идти туда, куда Господь вел их. Они не захотели сделать этот один шаг и продолжали соблюдать воскресный день. И когда это происходило, были люди, которые говорили, соблюдение воскресного дня – это очень древнее учение. А те, которые читали Библию, отвечали им, соблюдение субботы еще более древнее учение. И это так и есть. Соблюдение субботы является более древним постановлением, чем соблюдение воскресного дня. Почитание субботы было установлено на несколько тысячелетий ранее, и все пророки и апостолы соблюдали субботний день. Да и сам Иисус соблюдал субботу. И в Библии вы не найдете ни одной записи о том, что нужно соблюдать воскресный день. В Библии нет ни одного примера того, чтобы кто-то соблюдал воскресный день. В моей домашней библиотеке есть множество книг различных теологов, которые пытались доказать необходимость соблюдения воскресного дня. А они там пишут, «О, Иоанн был в духе в день Господень». Друзья, день Господень – это суббота. День Господень – это суббота. Прочтите то, что написано в Библии об этом. Прочтите Евангелие от Марка, вторую главу, стихи 27 и 28. Я читал, как некоторые богословы цитируют из Псалма 117, где написано «Сей день сотворил Господь». Да, разумеется, Бог сотворил каждый день, но какое это имеет отношение к соблюдению воскресного дня? И некоторые люди начали осознавать, что они пребывают в заблуждении, потому как те, кто соблюдали субботу, начали им говорить «Посмотрите, заповедь о субботе находится прямо в сердце, в центре 10 заповедей». И в середине 19 века началась проповедь о почитании именно субботнего дня. До этого никто не поднимал этот вопрос, даже протестанты. Все протестантские реформаторы, такие как Мартин Лютер, Джон Кальвин, Джон Весли, учили о том, что нужно соблюдать 10 заповедей. И в середине 19 века некоторые начали проповедовать новое учение о том, что закон Божий был отменен. И о том, что он якобы был прибит ко кресту. Осознаете ли вы, друзья, что это великое противостояние с самого начала возникло вокруг закона 10 заповедей? И когда вы не хотите соблюдать субботу, не становитесь ли вы в таком случае в этом великом противостоянии на сторону дьявола? Я хочу сейчас прочитать с вами несколько текстов для того, чтобы вы увидели, насколько было важно соблюдение закона Божьего для апостолов и для Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Луки, 16 главу. Евангелие от Луки, глава 16. Здесь Иисус в 17 стихе говорит, «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Наверное, есть необходимость объяснить, что означает в этом стихе слово «черта». Черта – это даже не целая буква. Если бы здесь была доска, я бы мог нарисовать, чтобы вам было понятно. Это что-то наподобие такого отрезка волнистой линии в ивритском алфавите. Я нарисовал вам наоборот. Вот с этой стороны будет точнее. Это даже не целая буква. Это отрезок, маленький отрезок волнистой линии. Это как часть от буквы. Это не вся буква, это только часть буквы. Но что делает этот текст настолько сильным? Тот, кто говорит эти слова. Я не знаю, как это происходит в вашем доме,
Но когда я рос, когда говорил мой отец, то это было более авторитетно, чем когда я говорил. Мне неизвестно, как это происходило в вашем доме, когда вы росли, но когда я рос, в моем доме это было именно так. Когда говорил мой отец, это обладало большей властью, чем когда я говорил. А кто здесь говорит? Здесь говорит Иисус. Но кем он является? Библия говорит о том, что им было все сотворено. Если вы выйдете сегодня вечером на улицу и посмотрите через телескоп на бесчисленное множество звезд. Помните, это Он сотворил все эти звезды. И Он не только сотворил всех их, но, как сказано в первой главе послания к евреям, Он держит все это словом силы Своей. Он обладает великой властью. Он все эти звезды называет по имени. У них не просто какие-то номера. У каждой из звезд есть свое имя. Ни одна звездочка не забыта. Именно Он и произносит эти слова, тот, кто сотворил все это, именно эта личность и говорит. И позвольте, я задам вам один вопрос. В этом вопросе ошиблись те, которые жили перед потопом. Перед потопом была такая теория, они говорили, Бог сотворил этот мир, и Бог никогда не уничтожит то, что Он сам сотворил. Такая теория была тогда, и они думали, что Ной просто сумасшедший. Но позвольте, я задам вам один вопрос. Может ли Бог принять решение и уничтожить то, что Он сотворил? Конечно же, Он может это. И Он уже продемонстрировал, что Он может это сделать. Он уничтожил допотопный мир потопом. И во втором послании Петра, в третьей главе, говорится о том, что в последние дни появятся наглые ругатели, которые будут надсмехаться над самой идеей о том, что мир был сотворен Словом Божьим. И Петр пишет о том, что тот же самый Бог, который уже однажды уничтожил мир водой, уничтожит мир еще раз при помощи огня. И тот, кто сотворил, и это тот, кто может уничтожить не только один наш мир, он может уничтожить сразу всю Вселенную. Он может сказать, я устал от всего этого, я это все уничтожу и начну все сначала. И он может сделать это, и никто не может его остановить, чтобы он этого не сделал. Вот кто говорит в Евангелии от Луки. Он сказал, но скорее небо и земля придут. Позвольте, я перефразирую это. Он говорит, мне легче уничтожить всю Вселенную, чем изменить только одну черточку из моего закона. Это очень сильное заявление, друзья. Мне неизвестен ни один текст Библии, в котором бы еще сильнее выражалась эта мысль, чем в этом тексте. Мне легче уничтожить всю Вселенную, нежели позволить, чтобы изменилась хотя бы одна маленькая черточка из моего закона. Я собираюсь уделить время и сказать одну проповедь на тему о том, почему закон настолько дорог Божьему сердцу. И он не может изменить даже малейшую часть из своего закона. Это уже другая тема. В первой главе послания к евреям отец, обращаясь к сыну, говорит, отец называет сына Богом, и он говорит сыну, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Существует ли что-то, что Иисус ненавидит? Да, существует. Он ненавидит беззаконие. И, кстати, друзья, для нас не будет слишком трудно понять этот вопрос. Адаму и Еве нелегко было понять, почему Иисус ненавидит грех. Но вы и я можем понять, почему. Мы с вами живем в ужасном мире. Вы, наверное, слышали, как совсем недавно одна пара во Флориде, это богатая семья, они приняли решение помогать детям-аутистам. Они приняли в свой дом 16 детей, и были люди, которые решили ограбить их. И вот несколько человек проникли ночью к ним в дом и застрелили их. И теперь эти 16 детей остались без родителей. Их усыновили. Мы с вами живем в ужасном мире. И Христос ненавидит беззаконие. Позвольте, я вам скажу кое-что, друзья. Если я и вы будем цепляться за беззаконие, мы на своем горьком опыте узнаем, насколько Христос ненавидит беззаконие. Мы узнаем сами, насколько. Никогда даже не допускайте о мысли о том, что если Бог есть любовь, то у Него нет ничего такого, чтобы Он ненавидел. В первой главе послания к евреям написано, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие».
Великое противостояние с самого начала разразилось вокруг закона Божьего. Грех есть нарушение Божьего закона. В первом послании Иоанна 3:8 сказано, потому что сначала дьявол согрешил. Вокруг этой темы и развернулась вся эта великая борьба. И по этой же теме о субботе спорят и бывшие адвентисты. Вы можете перечислить им остальные из 10 заповедей. Они могут сказать вам, да, я согласен с тем, что мы не должны убивать, и мы также не должны прелюбодействовать. Но они не могут понять, что заповедь о субботе также является частью закона. И, кстати, не позволяйте, чтобы кто-то вам внушал мысль о том, что 10 заповедей – это 10 отдельных законов. Нет, нет, нет. Библия этому не учит. Прочтите Библию от начала и до конца, и вы найдете, что слово «закон» всегда стоит в единственном числе. В книге Бытия, 24 глава, стих 12, Бог говорит Моисею, «Взойди ко мне на гору, и дам тебе скрижали каменные, и закон» в единственном числе. 10 заповедей – это один закон. Прочтите книгу Исход, 20 главу, стихи с 4 по 12. Там все ясно написано. 10 заповедей – это не 10 законов, это один закон. Закон может состоять из 10 частей, но закон один. И потому как существует один закон, и нарушив одну из его частей, согласно тому, что написал апостол Иаков, вы становитесь нарушителем закона. Когда я однажды читал то, что мне прислал один бывший адвентист, я понял, что они не могут уяснить для себя то, что существует один закон, состоящий из 10 заповедей. И вы являетесь либо исполнителем этого закона, либо его нарушителем. Но есть еще один особый вопрос, по которому существуют дискуссии, и это вопрос о субботе. Бывшие адвентисты говорят, они говорят, вы адвентисты, потому как они не знакомы ни с кем другим, кроме адвентистов седьмого дня. Вы говорите о том, что суббота является печатью Божьей, и они больше не верят в то, что суббота это печать Божья. Но я хочу задать вам несколько вопросов. Если у Бога его печать? Конечно же, у Бога есть его печать. Прочтите книгу Откровения, 7 главу, стихи 7 по 4. У Бога есть его печать. Нет никаких вопросов по этому поводу. Вот о чем все дискутируют. Я знал еще до этого, что они мне это скажут, потому как я изучал эти вопросы более 40 лет тому назад. Один очень опытный библейский работник преподавал мне, как нужно правильно рассказывать библейские уроки. Некоторые люди говорят, печать Божья – это принятие вами Святого Духа. Давайте прочтем текст, который они используют. Я полностью согласен с этим текстом. Давайте посмотрим второе послание Коринфянам, 1 глава, стих 22. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 22 текст. Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. И мы также посмотрим послание к Ефесянам, 1 глава, стих 13. Здесь сказано. К Ефесянам, 1 глава, стих 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И еще прочтем 4 главу к Ефесянам, стих 30. Здесь написано, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Итак, есть такие, которые говорят, «Я больше не являюсь адвентистом седьмого дня, потому как вы заблуждаетесь в том, что является печатью Божьей». Друзья, я с этим полностью согласен. Я верю в это в течение 40 лет. Как адвентист, когда вы становитесь христианином, вы запечатлены Святым Духом. И именно по этой причине я не очень-то печалюсь о тех людях в моей семье и о моих друзьях, которые уже умерли. Я знаю, что они воскреснут во время первого воскресения. У меня нет сомнений по поводу этих текстов.
Если вы христианин, то согласно Нового Завета вы запечатлены Святым Духом. Если вы умрете, знаете, недавно я был в Техасе, и мне рассказали о том, как один человек после посещения церкви в субботу ехал по дороге домой. И кто-то ударил его машину и убил и его, и его жену. Я опечалился, когда услышал об этом, но я не так сильно печалюсь, как неверующие. Я ожидаю, что мы встретимся с этими людьми во время первого воскресения. В последние дни, согласно 7 главы книги Откровения, Бог произведет особое запечатление, которое получат только 144 тысячи. Вы можете прочитать, об этом очень ясно сказано в 7 главе книги Откровения. Эти люди, о которых говорится в 7 главе Откровения, они получат эту особую печать. Но эти люди уже были запечатлены в день их искупления. И они уже являются служителями Божьими. И прежде чем они получат эту особую печать, они уже являются служителями Божьими. И они уже были запечатлены Духом Святым. У них уже есть та печать, которую получает каждый христианин. Но они еще получат особую печать. 144 тысячи получат особую печать. Кроме них еще будет множество спасенных. Если вы прочтете 9 стих 7 главы Откровения, там сказано о великом множестве людей, которого никто не мог перечесть. 144 тысячи это число можно сосчитать. Эти 144 тысячи, они получают особую печать, которую не получат остальные христиане. Именно на этот вопрос бывшие адвентисты почему-то не хотят обращать внимание. Они говорят о печати, говорят, что эту печать получат все христиане, но это не библейское учение, друзья. Мы с вами должны принимать все, что говорит Библия, а не только то, что нам подходит. Я согласен с тем, о чем говорится во втором послании к Коринфянам, 1 главе, 22 стихе, о том, что каждый христианин получает запечатление Духом Святым. У меня нет вопросов по этому поводу. И в течение последних 40 лет у меня не было вопросов по этому поводу. Я знаю об этом уже давно. Но, друзья, исследуя библейские пророчества, я нашел, что в последние дни, согласно тому, что написано в 7 главе Откровения, 144 тысячи получат особую печать, которую другие христиане не получат. И вопрос состоит в следующем. Если мы с вами доживем до второго пришествия Иисуса, будем ли мы среди этой группы людей? Позвольте, я скажу вам это просто и ясно. И в доказательство мы можем привести множество текстов, но у нас уже не осталось времени. Нам нужно оканчивать. Но я все же скажу это очень просто, прямо и быстро. В книге Откровения мы встречаемся с двумя печатями или с двумя знаками. Знак освобождения и знак уничтожения. И, кстати, то, что об этом говорится в книге Откровения, это не нечто новое. В Ветхом Завете, в 9 главе книги Иезекииля, мы находим то же самое учение, что и в Новом Завете о том, что народ Божий получит особый знак. Будут люди, которые получат этот знак. Если мы получим этот знак, то мы будем спасены. Остальные тоже получат свой знак, но это будет знак того, что они будут уничтожены. Когда подойдет конец этого мира, каждая отдельная личность в этом мире получит особенный знак или печать, или начертание. Эти слова являются синонимами. Некоторые получат знак их освобождения, другие же получат знак их уничтожения. И важный вопрос состоит в том, какой знак вы получите, друзья, какой знак получите вы. В самой большой опасности находятся те люди, которые являются бывшими адвентистами. Представьте самих себя в такой ситуации, когда вы подойдете к концу этого мира, и будет опасность того, что вы получите знак о вашем уничтожении, вместо знака о вашем освобождении. У меня нет больше времени сейчас подробно объяснять это, но это очень опасно. И вот почему я молюсь о моих друзьях, которые являются бывшими адвентистами. В будущем, если Богу будет угодно, мы продолжим с вами эту тему о субботе и о печати. Является ли суббота на самом деле печатью Божией, или же не является? Есть те, которые говорят, что не является. Они больше в это не верят. И в заключение у меня к вам следующий вопрос. Желаешь ли ты получить особый Божий знак для того, чтобы ты был освобожден и избавлен в тот момент, когда придет конец? Аминь.